И дан старт третьей скачки. Замешкался немножко в боксах Максим Старчак на Луции Палладе. Ариэль Барс выходит вперед. Тут же рядом с ней по бровке дискотека Юн под седлом Мирбека Мамурова и Мегалайн Иван Сергей Николкин. Перед трибунами Мегалайн выходит вперед. Ариэль Барс на втором ее сдерживает Руслан. На третьем месте сейчас Луция Паллада. На четвертом дискотека Юн. И замыкает суперсил под седлом Михаила Симанкина. Пейс довольно спокойный. Мы видим, что Максим Старчак сдерживает даже немножко Луцию Палладу. Лошади выходят на противоположную прямую. И вперед вообще броском с последнего места перекладывается суперсил. Суперсил просто вывозит Михаила Симанкина в лидеры. И повела суперсил по противоположной прямой. На втором месте идет первый номер Мегалайн. Тут же Ариэль Барс с полевой стороной. Рядом с ними Луция Паллада. И под отстава дискотека Юн. Скачку продолжает вести суперсилк. И тут же Ариэль Барс. И полевой стороной Луция Паллада. Луция Паллада прям ускоряется и выходит сейчас на второе место. Сильно колесят Ариэль Барс и Луция Паллада. Рядом с ней прям, по-моему, седьмым колесом идет. На третьем месте суперсилк. На четвертом Мегалайн. И замыкает скачку сейчас дискотека Юн. Ариэль Барс первый выходит на финишную прямую, но Луция Паллада не сильно отстает. Между ними где-то два, ну три корпуса. Ну вот начинает интервал между ними увеличиваться. По финишной прямой уверенно лидирует Ариэль Барс. Бросок с последнего места делает дискотека Юн. Ариэль Барс отрывается от соперниц и ожидаемым образом приближается к победе в третьей скачке. Ариэль Барс уверенно одерживает вторую победу в карьере. На втором месте Луция Паллада, на третьем дискотека Юн, Суперсилк и Мегалайн.